Яночка, скажи, что такое Новый год? Новый год — это такой веселый праздник, когда все люди празднуют Новый год, веселятся. Для меня это праздник счастья, радости, волшебства, потому что там весело, скучать нету, не надо, друзей много. А как ты встречаешь Новый год? Я наряжаю елку и так чувствую, что идет Новый год, снег. Веселятся, празднуют. Веселье, снежинки, снег. Эй, ты что такой дерзкий? Не знаю. А скажи, ты веришь в Деда Мороза? Да, я в него верю. Дед Мороз — это дед, который приносит подарки на санях. Он дедушка, который поздравляет детей и дает подарки. Я лично нет, не верю. А что это ты такой нетерпеливый? Я сам не знаю. Скажи, откуда он берет подарки? Мастерской. Делает. Сам их делает. С рейфами. Он берет с игрушечной фабрики. С цигулечка. Фабрики игрушек, наверное. Кто помогает Деду Морозу? Снегурочка. И эльфи. С ним делают эльфу в мастерской волшебной. А ты какой подарок у него заказала? Куклу, у которой красятся волосы. Танк. Книжку. Книжку? Какую? Три медведя. Ты написала письмо Деду Морозу? Да. И что ты там написала? Чтобы у папы все было хорошо. А у тебя, у мамы? Мама, чтобы тоже все было хорошо. Секрет? Говори, говори. Какой подарок ты попросила? Я попросила подарок Пегаса. Я попросила сделать больничку. И я больничку. Интернет я попросила. Секрет. Почему? Ну это что-то большое? Нет. Ну дорогое. Ну скажи, ну в прошлом году что ты заказывал Деду Морозу? Трансформер. А что ты заказываешь? Я заказываю, чтобы наша семья была добрая, счастливая. А появляется? Игрушки. Игрушки. На елку елочные игрушки, Дед Морозиков. Вот в этот Новый год придет Дед Мороз тебе. Что ты ему расскажешь? Стишок или песенку споешь? Я расскажу стишок, если спою своими друзьями. Ну-ка, расскажи стишок. Когда всем шартараша, только ей были птор, компьютеры на архалап, а я за такие птор. Я ему приготовила песню. А я ему открытку. Шершем из докереми, воин шахта атакован, а мы же такие птор, а я за тасагован. А что пожелаешь в Новый год всем людям на планете? Добра, счастья, веселья. И сама себе пожелаю, чтобы я лучше всех пела. На казахском стишок говорила, а я его забыла. Этот стих. Ты будешь ему рассказывать какое-нибудь стихотворение? Да. Ну-ка, расскажи. С Новым годом поздравляю маму, папу, всех родных, а друзья жужжают мне всех заводных. Табаша, табаша, билекте, билекте, а я на такие лепте, приезжаю такая на тып, айба, ада, билекте. Скажи, что ты хочешь пожелать в этот Новый год всем казахстанцам?
счастья им, здоровья, радости, хорошего Нового года. Радости Нового года, счастья и радости, здоровья, счастья. А больше что? А денег? Мира. А мне? Не знаю. Я хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы они не болели, чтобы они радовались, чтобы они всегда радовались и никогда не болели. Чтобы все желали счастья и улыбались. Здоровья. И чтобы всегда были рады. Никогда не скучали. Счастья и здоровья. Счастья. Здоровья. Веселого праздника до Нового года. Я хочу пожелать счастья, здоровья. Мира. Стоит она пушистая, от снега серебристая, красивые иголки у новогодней елки. Дед Мороз прислал нам елки, огоньки на них зажег, и блестят на ней иголки, а на веточке снежок.